Здравствуйте. Вот хочу предложить на ваш суд мою установочку. Значит, установка состоит из катушки, преобразователь. Значит, катушка намотана. Вот тоненький провод, который идет на трансформатор. То есть она запитывается с трансформатором. Дальше идет вот резонансная обмотка. Я подбирал конденсаторы. Получается 1,5 микрофарада на эту частоту. Ну, по крайней мере, тут есть ощутимый результат. Вот. Дальше. Коаксиал с генератора наносекундных импульсов. Значит, вот задающий генератор для генератора. Вот сам генератор. Так как у меня не было туннельных диодов, воспользовался схемой Белкина, из книги Белкина. Вот, использовал КД-203, который тоже сейчас проблематично достаточно найти. Значит, это генератор на ТЛ-ке, который через два плеча и трансформатор на феррите запитывает генератор, потому что ему нужно высокое напряжение, 120 вольт, это как минимум. Вот. Ну, а это собран такой стабилизатор своего рода на неонке. Значит, энергия у нас получается от того, что приходит вот на внутреннюю обмоточку, на тонкую. Это бывшая Тесла моя, мини-Тесла. Я на ней проводил когда-то эксперименты. И вот она получилась вот такая вот маленькая. Вот. Там виточек к витку, где-то провод 0,25-0,30 миллиметров. Может, тоньше. Вот это я потом расскажу, когда разберу ее. Вот. Пока еще не наигрался в этот конструктив. Или буду собирать тогда уже новый, буду смотреть. Так, значит, сюда подается с трансформатора. Трансформатор раскачивается вот этим генератором. Сюда подается напряжение. Частоту я не знаю, но судя по звуку, где-то килогерц, наверное, 13, 15, 12, ну, приблизительно. Я не музыкант, поэтому так на слух частоту определить достаточно сложно. Так, с этого же трансформатора через диодный мост, конденсатор и стабилизатор подается 150 вольт на генератор наносекундных импульсов. Вот. Значит, с генератора наносекундных импульсов по коаксиалу, который тоже здесь намотан на эту же катушку. Вот, подается на катушку. Коаксиал, в принципе, бифиляр. То есть, и тут замкнуто. Намотано, тут замкнуто. Вот у нас обмоточка резонансная, она тоже идет на... Вот получается у нас земля. С этой обмотки пошло на диодный мост. С диодного моста на конденсаторы неполярные. Вот. Неполярные конденсаторы поставил, потому что полярные не выдерживают. Вздуваются, трескаются, пробивают. Вот. Значит, порядок включения. Запитываем от аккумулятора. Запитали. Включаем генератор наносекундных импульсов. Частота пошла. Включаем нагрузку. Пошла нагрузка. Отключаем аккумулятор. То есть получается система самозапитанная. Так, значит, вот у нас земля. Немножко не хватает, поэтому я дорастил он кусочком. Видно, да?
видно. Вон у нас ростка. Вот. Я спокойно берусь за землю. Вот.